Ну что ж, дорогие друзья, вот этот Каптива, это красивая, запечатанная от Народного банка, еще долгое время будет украшать нашу студию. А что касается Спарка... Спарк не это бугун без, о сохобеге топширыш не отыдамыз. Азизлер, Шаркон Алату Латриясы, 140-чы ютклер тиражыны башлеймыз. Добрый вечер, здравствуйте еще раз. Как сказала Камола, 140-й тираж. Мы начинаем розыгрыш лотереи Шаркона Лото игры 6 из 36. И сегодня в специальной категории автомобиль Спарк. Что касается в целом, мы сейчас перейдем к цифрам после того, как очаровательная соведущая моя Камола поздоровается с вами. Я на вербор. Ассаламу алейкум, азиз юртошлер. На вот телеканал Нехадырли Мухлислеры, лотерея ойнышка базлеры. Бугун 140-чы ютклер тиражи. Шаркона Лото лотереясы. Ва бугунги тиражда джамы 952 миллион 215 мин 654 сомлик пул ютклеры ойналмақты. Так и есть, общая сумма призового фонда по всем категориям составляет 952 миллиона 215 тысяч 654 сумма. И сумма по первой категории, то есть джекпот будет, вот, посмотрите, красиво как. 660 миллионов 712 тысяч 400 сумм. Джекпот сумма сеса 660 миллион 712 400 сумны ташкил этмақты. Ва біз элан кыламыз, бундан хабарингиз бар бүгінгі тиражда махсус категорияда кичик джекпотта манышы шырынгені оппоқ яп-янге Спарк автомобилі ойналады. Вы только представьте, какая солидная сумма джекпота. Новенький автомобиль, то есть остается только играть и стараться двигаться вперед. Сумма по первой категории, по второй. Прошу прощения, по второй категории за 5 угаданных чисел составляет 81 миллион 672 660 сум. Ва турта сон топкен ойн комбинациялары үчін ют фондының үчінші категориясы да көріп тұргеніңіздей 145 миллион 195 мин 840 сомлик пул ютқылары ойналады. А в случае, если победителей по какой-либо из категорий будет несколько, сумма выигрыша разделится поровну среди всех выигравших. А у нас тут такое ощущение, как будто мы вот прям только зашли в студию, перебираем эти бумажки, надо было привести в порядок, на самом деле все в порядке, просто их очень много. А следующий стол еще не больно, там яхши илхо. С огромной радостью хотим познакомить вас с комиссией, которая внимательно будет наблюдать за ходом проведения розыгрыша. Итак, председатель комиссии Ганиев Одылхон Мухамматович, заместитель директора департамента Центрального аппарата Народного банка. Турсинов Нодырджон Абдунабуоглы, Халк Банка Маркези аппарата да бош мутахассис Хайат Азосы. Ну и Мухамедов Абдушкур Абдурахмон Оглы, главный специалист Центрального аппарата Народного банка, член комиссии. Бугунги ютклер тиражи учун ойн иштирокчилари томонидан 65839 билет харид кылинган ва уларда 453737 ойн комбинациясы кайт этилгани маалум кыламыз. Я передаю диск, на котором записана вся эта информация, председателю комиссии, и мы подходим к лототрону. Ой, много информации, много хороших новостей, но это после. Давайте сейчас запустим лототрон. Шундай, бізде есе доймгедек бірдам 36-гич болген барчы рақамлар лототронды бүгін сарық рангдегі шарларды жоялышкен ойын авалыды хам ойын иштирокчыларге. Омат тілейміз, ва біз ойынны бошлеймыз. Удачи, мы начинаем. Поехали! Все. Ана, бугун, а, шундай, сарық рангдегі шарлар, лекен шар рангы ойын нәтижесіге алоқадар емас. Бүгін есі телеэкран қарсыда Нава телеканалды тоғырдан-тоғыр эфир Шаркон Алату Латриясыны күзатай өткен барчы ойын іштирокчылары қайсы рақамны белгілеген болсалар, ана шу рақамлар түшіні біз чын көңгелден істейміз. 28, первый шар под номером 28. Бірінші шар рақамы 28. А я объявляю, что Народный банк предлагает нашим соотечественникам сберегательный депозит в национальной валюте под названием онлайн-копилка. И второй шар под номером 36. И кинч шар ракамы 36. Самое интересное, что минимальная сумма вклада не ограничена. Его срок удобен для всех. И на любой срок можно разместить свободные денежные средства от 1 до 36 месяцев. Третий шар под номером 22. Учинчи шар ракамы 22. Худышында Илхом,
Халк банкы хам юртларымыз үчүн онлайн копилка номли милли валютадаги жамгарма омонатыны таклиф кылмакта. Эң кызыгы шундаки. Четвертый шар номер 30. Төртүнчү шар ракамы 30. Омонатнын эң кам мыкдары чекиленмеген. Унун муддаты хаму үчүн кулай болуп исталган муддатка 1 айдан 36 айгача бош пул маблагларны жайлаштырышлары мүмкүн болот. Мы узнали третью категорию, а вот и вторая категория, то есть пятый шар под номером 23. Бешинчи шар ракамы 23. Илхом айткандардык, экинчи категория боюнча голиблар аныкланды. Табриклейбиз улардын канчалыгын биз бир аздан соң албатта элон кылабыз. И, наконец, есть шестой шар под номером 7. И этот, именно этот шар определяет джекпот. Кто смог угадать все эти шесть цифр, а кто нет, мы через некоторое время узнаем обязательно. Ха, алтынчы джекпотны аныкла берүүчү шар ракамы 7. Биз эсе албатта натыйжаларга разым соламыз улар тайор болушу билан ва уларны сизге элон кыламыз азизлер. Бизде эсе дайыми маалыматтар бар, чунки хабарлар, жаңылыктар сиз үчүн şu kadar көп ки биз вакыттан унумлуу фойдаланышны максат кылдык. Билесиз, Халк банкынын иштимоий тармактар аркылуу хам бүгүнкү күндө кузатыш жакшы жолго коюлду. Кайсы маанодаки, нафакат бизде хазыр сайт, яны www.hb.uz яки omadlato.uz, балки иштимоий тармактардан Telegram тармогида хам, Lotereya UZ тармоги бар. Қолаверса, яқиндагина фаолиятини бошлаган. Lotereya News UZ Telegram тармоги хам расмий Халк банк томонидан йўлга қўйилди. Можно вас перебить? Ха. Вот теперь порядок, продолжай. Я сейчас за бумагами. Бемалол, оз телефон аппаратингиздан киринг, ушбу иштимоий тармоқларни кузатинг ва ўзингизга керак бўлган Халк банкнинг нафақат шарқона алату, балки истолган лотереяси ҳақидаги қизиқарли фактларга, маълумотларга ва энг муҳими лотерея ўйинларида қандай қилиб ғолиб бўлиш ҳақидаги сирлардан бохабар бўлинг азизлар. Всё? Итак, спасибо большое, вы заполнили эту яму. Мы держим в руках результат, где указано количество выигрышных комбинаций по первой категории. Точнее, есть ли или нет победители. Сегодня, увы, нет. Мы переходим. Ноль. Мана шундай экранларда хам намош этилди. Бугун джекпот сохиби аныкланмады. Лекин бизда, бизни куткаруучи, мана шу Spark автомобили сохибини кутуп турупти. 7-чи бонус шар оркали у аныкланады. Кани корамиз, кимге насиб кылади. Звукорежиссер нас удивляет. Огромное спасибо за эффекты. Значит, малый джекпот сейчас мы разыграем. Итак, поехали, продолжаем. Лототрон продолжает работать. Седьмой бонусный шар. Узнаем, кто-нибудь заберет Spark или нет. Вау, Леймаски. Очень надеемся. Шар узана, 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 бонус шар ракама 2. А теперь пройдемся по вот этим цифрам, которые кому-нибудь, дай бог, надеемся, принес настоящую удачу. Так, Рорлин. 28, 36, 22, 30, 23, 7 и бонусный шар под номером 2. Игрима Сакис, Оттес Олте, Игрима Икке, Оттес, Игрима Уч, Йетте, Икке. Вся эта информация передана в Центральную систему Народного банка, а мы подходим сюда и опять, да. Народный банк, акционерный коммерческий народный банк объявляет, что в связи с внесенными изменениями в условия проведения денежно-вещевой лотереи Шаркона Лото, никогда, смотрите, как все официально, игры 6 и 36, новые правила вступают в силу с 30 октября 2019 года, то есть, начиная со следующего тиража, билет, сумма билета стоит 3000 сумм. Худышында Илхомнин сөзлерін такрорлейман, яни Халк банк томондан өткезілеткен Шарқон Алату 36-дан 6 лотереясының бүгіндан башлап, яни жари елінің 30 октябр санасыдан башлап, лотерея билетлерінің битті комбинациясы үчін нарқы өзгерді, 3000 сомны ташкел етті. Бұ есі 141-чі тираждан күчке кірады, азизлер. Манышыны сізге еткешіміз зарур. Да, на 1000 сумм больше, но вас ждет еще один колоссальный сюрприз. Мы об этом расскажем вам позже. Вы
может быть, раньше было 2000, а сейчас 3, что это такое? Но раньше была определенная сумма сюрприза, да, так сказать, джекпота, теперь будет еще больше. Шундай. Bizda esa telefon raqamlari bor. Mabodo orangizda kimdir hozir ishdan uyga yetib kela olmay yo'lda bizni ko'rishga ulgurmaganlar bo'lsa, kecha kunduz 71 205 55 telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilasiz va bugungi o'yin natijalari haqida ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Bugun bizda mana shunday doimgidek 7 ta shar raqami aniqlandi. Ularni biz raqamlarni takrorladik. Endi esa efir yakunlanishi bilan biz o'qib mana shu raqamlarga audio shaklida joylab qo'yamiz. Bemalol qo'ng'iroq qilib, o'zingizga kerak bo'ladigan ma'lumotlarni olsangiz bo'ladi. Telezritim, наверное, странно, почему один ведущий резко посмотрит и опять повернется. Да, дорогие друзья. Мне нужно следить, чтобы быстрее донести до вас результаты данного тиража. И вот, видите, слышу и бегу. Xuddi shunday, bizda SMS xabarlari ham mavjud. Biz doim takrorlaymiz. Lotereya biletlarini ro'yxatdan o'tkazganingizda eng so'ngida telefon raqamlaringizni yozib qoldirasiz va mana shu raqamlarga siz g'olib bo'lsangiz, ilk xabar kelib tushadi. Va lotereya biletlarini ham o'yin so'ngiga qadar, yutuqni olgunga qadar yo'qotib qo'ymang, tashlab yubormang, chunki g'olib bo'lganlarda lotereya biletlari ro'yxatdan o'tkazilib, keyin yutuqlar topshiriladi, azizlar. Итак, то, что вы ждали с нетерпением, с волнением. Барабанная дробь. И мы объявляем количество выигрышных комбинаций в специальной категории, то есть автомобиль Spark остается у нас. Shunday, shunday. Biz juda xohlagandik bugun Spark avtomobilini o'z egasiga topshirishni, lekin afsus o'zimizda qoladigan bo'ldi. 3-chi kategoriya bo'yicha yutuqli kombinatsiyalar soni 3252 ta va ularning har biri 44648 so'mdan pul yutug'iga ega bo'lishdi. Количество выигрышных комбинаций по второй категории 121, сумма выигрыша на одну составляет 674981 сом. Keyingi tiraj uchun jackpot summasini e'lon qilamiz. Diqqat qiling. 141-chi yutuqlar tiraji uchun 842 207 200 so'm deb belgilandi azizlar. 842 207 200 сумма — это джекпот на 141-й тираж. И внимание, а теперь звукорежиссер по-настоящему барабанная дробь, потому что мы обещали, что будет сюрприз. Итак, малый джекпот составляет 50 миллионов сумм, дорогие друзья. Вот он, сюрприз от Народного банка. Кинги тираждан. Кчик джекпот суммасы 50 миллион сумм на ташкиле тады. В прошлом 20 миллионов. Не будет 20 миллионов. 50 миллионов, дорогие друзья. Мы шунды. Халк банк факат кина сизни мафатляр ингизны козлейды. Сизни голыб болиш ингизны истейды, азизлер. Буни ушуны сау инды штрокеты. Ютуб сызнаки больсон. А сейчас мы хотим задать вопрос председателю комиссии. Есть ли претензии по проведению розыгрыша? Это разум звёк. Katta rahmat. Bugungi tiraj juda ham chiroyli o'tdi. Garchi jackpot sohibi maxsus kategoriya bo'yicha g'olib aniqlanmagan bo'lsa-da, biz 3-chi va 2-chi kategoriya bo'yicha g'oliblarimizni aniqladik. Ularga yutuqlar muborak bo'lsin. Keyingi tirajgacha sizlar bilan xayrlashamiz. Ну это стимул, чтобы играть и всё-таки добиться цели, потому что мы стали свидетелями, когда здесь забирали Спарки, забирали больше 2 миллиардов. Так что играйте, выигрывайте. Мы вас любим, мы рады. Мы всегда рады дарить вам вот это вот тепло, счастье от Народного банка. То, что является вашей удачей. Шунде, қысқа қылып айтқанда, халық банкі арзуларыңыз ройобы. Залог вашей удачи. Всего доброго, увидимся. Спасибо большое. Всем спасибо. Огромное спасибо. Хайр.